Екатерина. Это мой второй видеоотзыв. Вторая покупка в магазине Мистер Волик. Вот, купила обновку в магазине, сапоги, покупала в Магеллане. Сразу говорю, что понравились цена, цвет и улыбчивый продавец. Очень бюджетные сапоги стоят около 2000, чуть меньше, 1900 гривен примерно. Кожа классная, подошва достаточно мягкая. Что для себя? Сразу же положила стельку, хожу в них уже пару дней, поэтому из опыта говорю, положила стельку пушистую, потому что моей ноге было не очень комфортно с той стелькой, которая была. Так мне мягче, удобнее и немножко плотнее. Внутри они еврозима, то есть вот так вот, здесь мех, сверху флисовая подкладка, но при такой погоде, как у нас, это не очень холодно. Молния декоративная, не застегивается. Подошва мягкая. Что для себя еще поняла? Сейчас проеду дяденька. Что для себя еще поняла? Попала в них под снег с дождем и остаются капельки. То есть кожа как бы промокает, но потом через пару минут высыхает и пятна уходят. Для того, чтобы этого не было, можно просто купить спрей водоотталкивающий, либо какой-то крем, и тогда эта проблема исчезнет. Ну, для нашей зимы самое то. Каблук удобный, подошва тоже удобная. Бюджетные сапоги, вот как бы две вещи, стелька и водоотталкивающий крем. А так все остальное класс. Спасибо, мистер Воля.